Привет и добро пожаловать на канал «Дети звезд». Талантливого и обаятельного актера Игоря Скляра зрители полюбили еще на заре его карьеры после ролей в фильмах «Берегите женщин» и «Мы из джаза». А потом исполненная им песня «Комарова» побила все рекорды популярности. Сейчас он по-прежнему востребован и имеет звание народного артиста. А еще Скляр долгие годы счастлив в браке с единственной и любимой женой, которую, кстати, когда-то увел у своего лучшего друга. Во время учебы в ЛГИТ МИК харизматичный Игорь считался большим ловеласом и не был обделен женским вниманием. Романтические отношения заводил часто, но так серьезно, чтобы повести девушку в ЗАГС, не влюблялся. Хотя перед глазами был пример его лучших друзей, семейной пары Натальи Акимовой и Андрея Краско. Они дружили втроем. А когда у Игоря возникли финансовые трудности, около 2 лет вместе жили на съемной квартире. В какой-то момент Игорь понял, что Наташа для него уже больше, чем жена друга. Он ее полюбил, и чтобы не поддаваться соблазну, сразу подыскал другое жилье. Но Акимова тоже влюбилась. Наталья не пыталась распутывать сложный узел, а сразу же сказала Андрею, что полюбила другого мужчину и уходит к нему. В результате этого Краско запил, у него случился нервный срыв, который он долго лечил. Игорь с Наташей 10 лет жили в гражданском браке. Официально они зарегистрировали отношения в 91-м, накануне рождения сына Василия. В начале 2000-х годов Скляр поддался искушению и завел роман на стороне. Молодая любовница требовала, чтобы он оставил ради нее семью, но актер вовремя одумался. Однако из-за переживаний даже перенес инфаркт. Супруга простила его, пожалела. С той поры Игорь окончательно остепенился. Больше 40 лет они вместе. Сын Вася, как и родители, учился в ЛГИТ МИК. Успел сняться в одном сериале, но потом круто изменил свою жизнь. После окончания духовной семинарии стал священнослужителем. Родители выбор сына одобряют, хотя и видят в нем актерский талант. А как вам кажется, на кого Василий больше похож? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!